Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Кто регулярно заходит на канал, тот знает, что я сейчас работаю над целительной силой, том 4, создание собственной системы оздоровления. Часть 1 посвящена сознанию человека и его роль в оздоровлении. Ну и тут вот, это было написано давно, примерно в 1994-5 год. И сейчас я могу сказать кое-какие вещи просто. Вот мы знаем, что существует эго. И есть такое выражение, как ложное эго. Как это понять? Вот где я истинный, а где я ложный? Начнем с самого начала. От зачатия до самого рождения некая сила формирует наш организм. То есть она уже работает. Какая-то разумная сила, как архитектор строит наше тело. То есть вот она первична. Далее, что мы имеем на выходе? Родились. Ребенок представляет собой существо, которое может чувствовать. Ни ума нету. То есть ума нет. В нашем понимании, есть органы чувств. И на основании этих органов чувств маленький ребенок с самого рождения начинает познавать мир с помощью органов чувств. Через глаза, через нос, через вкус, через тактильное ощущение, через звук. Вот. В результате у него образуются банки памяти. Банк памяти зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой и так далее. То есть вот эти банки памяти образовались. И дальше должен появиться механизм, который и появляется. Ум, который сличает то, что у меня имеется в банках памяти. То есть что-то я нащупал, что-то я опробовал, все это у меня имеется. И я вот вижу, и опять у меня что-то такое гладкое, что-то такое белое. Анализатор зрительный видит вот этот вот предмет, сличает ум, это наш рабочий инструмент, сличает с тем, что имеется в банках памяти, цвет белый, форма такая вот напоминающая такую продолговатую штучку. Вот. И о чудо! Да это же мышка компьютерная. Это часы сличает. И так формируется у нас ум, который видит тело. На основании взаимодействия с окружающим миром у нас возникает банк эффективности действий, как действовать в окружающем мире так, чтобы не пораниться, чтобы можно было получать там пищу и так далее. И в итоге формируется в нашем сознании, что «О, я такой мужчина в расцвете лет, такой умный, такой успешный, такой деловой, вот это я». Вот это, оказывается, и есть ложное эго. Потому что я не... Это уже продукт, как я рассказывал, продукт органов чувств, которые формируют банки памяти. Далее ум, который сличает, что у нас тут имеется в окружающих нас обстановке, с тем, что имеется в банках памяти, и говорит, это значит то, это все, это пятое, десятое, и наконец-таки смотрит на себя любимого и говорит, это я есть, вот это я есть, сумма тела, сумма возможностей этого тела, это ум, это возможности ума, это приобретенное в течение жизни, вот это я есть. Вот это вот эго. Ложное эго.
мы-то организм не можем создавать. То есть создал организм некто другой, начиная от зачатия и до рождения, и далее. То есть за нами стоит хозяин, дух, который под себя и создает в первую очередь тело, а потом для того, чтобы это тело могло ориентироваться в окружающей жизни и с помощью ума и тела получать некие знания, необходимые для него. Тема такая, конечно, вроде бы простая, я вот вам просто рассказал. Тело от зачатия до рождения. Ум не создает, я его не создаю, я его, как бы сказать, получаю. А вот ум уже формируется, и все это там такое. Короче, подумайте над этим самостоятельно. Кто хозяин нашего тела? Мы ли? Или кто-то над нами? Здорово, здорово. Отчара, готили с праздником. Богатырь, ты что ли, мама, привет. Будь здорово.